Мы готовы предпринимать все шаги для интеграции армянского населения Азербайджана в политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Как передает канал 13, об этом 11 мая заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым. Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, восстановил территориальную целостность, а также готов нормализовать отношения с Арменией и дальше работать в этом направлении. Открытых вопросов постконфликтные периоды очень много, но мы нацелены на их решение. Это в интересах как азербайджанского и армянского народов, так и всего региона. Страны в первую очередь должны с уважением относиться к территориальной целостности друг друга, отметил Джейхун Байрамов.